все люди должны иметь одинаковые права. Это независимо, откуда они, кто они, какой расы, какой национальности. Это без разницы. Люди, они все люди везде. Я не провожу никаких парадов, зато потому что я традиционной сексуальной ориентации. Я не требую себе за это никаких особых прав. Я не формирую свою идеологию. Моя идеология – это идеология моей страны. Они люди все-таки, как они там себя чувствуют, это их проблемы. То есть их... Ну, любовь не выбирают, и это все-таки такие истории высоких чувств.